Всем привет! Вы на канале Ютуб Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, практически целый месяц я болел, но благодаря вашей поддержке, меня очень много людей поддерживало, и звонило, и писало, и комментарии еще. Михаил, выздоравливай. Я выздоровел. Огромное спасибо хочу передать своему врачу, Татьяне Николаевне, которая поставила меня на ноги, а также медсестре Валентине Николаевне за помощь, за поддержку. Она является подписчицей канала, там, за баночку варенья, за булочки. Просто, ну, лежать было приятно. Медсестрам, которые пищу раздавали, тоже подписчицы. И всем выдают там по одной котлетке. Ну, а Михаилу, чтобы он быстрее выздоровел, две, а то и три котлетки. Так у меня теперь, вон, видите, лицо какое. Грубо скажем, можно сказать, что я не болел, а на курорте был. В общем, болезнь побеждена, нырять рано, потому что, ну, чувствую, сил нет. Ну а в море сходить можно. Значит, у нас октябрь месяц, погода сегодня благоприятствует, южный ветер, но ветерок достаточно сильный, в районе где-то 5-7 метров. Дело осталось за малым, толкнуть катер. Пойдемте, дорогие друзья, я вам покажу, как не надо делать. Вот так не надо делать, дорогие друзья. Вот так. Смотрите. Что за свиньи, просто, я не знаю, привезти голову, выкинуть. Ну, утопите их в море, пусть там рыба съест, какие-то жучки. Ну, зачем так-то делать? Фу. Да. Нелегкая эта работа, особенно после 3,5 недель больнички. Ну ничего, терпение и труд все перетрут. Одеваемся и пойдемте, ребята, в море. Дошли до места рыбалки, рыбаков нету, волна достаточно большая, но южный ветер, говорю, это не страшно. Значит, рыбачить мы сегодня будем на удочку, удочка морская, тест 1000 грамм. А то меня просят, расскажите, на что вы рыбачите. Электрокатушка Daiwa Tanacom 1000, цена ее в районе, ну, 45 тысяч, это бэушная, новая стоит 55-60 тысяч. Палка, как я уже сказал, морская, тест 1000, цена в районе 3500 рублей. Шнур 0,6 миллиметра, и пилкер 400-граммовый, ну и, конечно, тройник. Рыбачу я только на эти снасти, больше никакие там подвески, червячков, больше ничего не использую. Ну что, Александр Владимирович, поехали? То давно мы в море не были, сколько, 1,5 месяца уже.
Рыба соскучилась, она уже стоит там. Кстати, вот. Рот открыла. Что там? Катерок. Лодочка. А это этот. Туристов возит большой. Катер идет. Но его не видно. Так, глубина под нами сейчас где-то в районе 170 метров. Будем со 170 пробивать до 260 метров. Здесь мы рыбачим каждую осень. Глубина под нами оказалась 183 метра. Начали первые рывки и нету? Да нет. А я думал, уже есть что-то. Хочется, как всегда, раз, уже сидит. Найти надо. Ну, это осень, да, не весна. Да и летом тоже не так часто она, конечно, клюет. Но в основном всегда сразу же. Первая рыба клюет всегда. В районе 5 минут. Руки забыли, что надо делать, да? Какую кнопку нажимать? Как по ощущениям? Не очень, крупная. Но главное, что она есть. Главное, что есть, да. Прошло 4,5 минуты, как мы начали рыбачить. Надеюсь, треска. Ну, посмотрим. Да. Пикша. Ну, первая рыба осенняя, пикша. Саныч, я думаю, пора, наверное, куда-то, да, сваливать. Это не наша рыба. Ехать в поле. Давайте попробуем перейти на 130, на 120. На всякий случай. Там попробуем. Да-да, нет-нет, а потом уйдем на 200 метров. 200-240. Наверное, так и надо. Что, пойдемте. Встали в точку, 166 метров под нами. Будем пробовать. Я думал, здесь помельче, а здесь оказывается такая же глубина. Ну, сместились мы где-то километра на полтора. Что-то плохо сегодня со мной. Чувствую, в следующий раз надо будет идти на кильдин. Если здесь такой клев будет, здесь делать больше нечего. Ну, день еще длинный. Конечно, не такой длинный, но еще время есть порыбачить, поискать рыбку. Ну, а пока ждем поклевки. А что-то подсело. А у вас что, Саныч, что же? Да, что-то подсело, но не крупно. Да, треска и камушек. Это какой-то вот... Полип какой-то, полип или как? На, да, камушке. Да, ну хоть что-то. Что у вас там? Ладно, родная, давай. У вас тоже трясочка, не? Не знаю пока. Просто со 160 метров ловить такую рыбу, это, да, да. Это, конечно, смешно. Малипусики. Да. Ну что, все равно рыба, Сан. Рыба. Ну что, еще попробуем? По разику, да? Да, да. Что-то, ребята, у меня посолиднее клюнуло. Главное, чтоб не за бок. Трещина хотя бы с полторашку. Ладно. Что, сегодня, я чувствую, эта рыба у нас будет. Оптимизм мы не теряем. Продолжаем искать рыбу. Есть.
уже посолиднее. Вот это уже да. Это уже посолиднее. Ну что, Александр Ильич, может что, попробуем? Попробуем. Ну, это уже сегодня отличная трясочка. После болезни прям меня порадовала красоточка. Килограмм. Раньше в такую, да нафиг мелочь, а теперь радостный. Продолжаем нашу рыбалку. Будем надеяться, что расклюется. Вновь какая-то рыбка подсела. Не знаю, что за рыбка. Сейчас посмотрим. Да. Сам Владимирович что зацепил. И здесь у меня пикша. Да, море, конечно, такое неспокойное. Качает хорошо. Волна, конечно, сегодня хорошая. Даже парашют тяжело вытащить. Крутит, вертит все. А я вижу, его мотает, веревка перекручивает все. Ну что ж поделаешь, сегодня рыбалка такая тяжелая. А волны-то бегут какие, вон. Вон, вон сейчас такая волна будет. Оп, держись, Александр Владимирович. Еще раз держись. Зашли на точку на 200 метров, а рыба, ребята, вот такая ловится. Вы посмотрите, а? Я не знаю, что это за рыба. Это просто, не знаю, нечто сегодня. Да, не знаю, что делать. Ну, будем рыбачить. Рыбачили мы, рыбачили и поймал, как вы сами видели, я только одну рыбку. Александр Владимирович ловил, 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 ну ни в какую, ну нету рыбы и все. Что делать, не знаю. Что делать будем, Александр Ильич? Не знаю, глубже пойдем, наверное. Попробуем еще глубже. Еще глубже? Да. Потом... Ну туда, туда пойдем, Мористия прям, в море пойдем. Потом кардинально, если там ничего поменяем, там... Ну... А потом домой. Это первый раз, что, ребят, что у меня поймано. Вы сейчас удивите, сколько рыбы много. Ой, так, осторожно. Главное, не вывалиться. Это вот все, что мы сегодня поймали, ребят. Ну это... Я не знаю, у меня не было такой рыбалки еще в жизни. Это первая моя рыбалка такая. Ну ничего страшного. Всякие рыбалки бывают. Не всегда с рыбой приходить. Я знаю, почему рыба не ловится. Потому что мы еще не позавтракали. Вот сейчас придем, позавтракаем, и у нас сразу же пойдет клев. Надо проверить эту теорию. Пока удочки у нас опускаются, мы решили, как я уже до этого говорил, прикормить рыбу. Рыбу мы сегодня прикармливать будем бутербродами, салом, копченым салом, вкусным чаем, бородинским хлебом. Александр Ильич, я думаю, прикормим, и дело должно пойти. Это ж традиция. Поел, и рыба пошла. Или есть начал, и рыба клевать должна. Сколько? 200 уже? 200. Ну, где-то 220 здесь будет, 230 метров. Пробили мы глубины 200, 230, 250 метров. Рыбы нигде нет. Вернулись обратно, 170. Завтрак нам тоже не помог. Мы уже не знаем, что делать. И Александр Владимирович говорит: Миш, пойдем метров на 60, на 70. Половим хоть мелочи. Хоть и вот, да, хоть что-то. Хоть что-то. И вот, вот, стали рыбачить. Хоть мелочь половим на сковородку. А то больше вообще рыбы никакой нет. Есть такой вариант, что это крайняя наша рыбалка вообще в этом сезоне. Ну, пока рыбачим. Рыбалка, конечно, ребята, увлекательная. Закинул есть просто. Хотя бы здесь весело. Сейчас посмотрим, что здесь за рыбка у меня. Вот. Вы знаете, что это такое? Так.
я ее любил ловить. Помните, на снегоходе ездил? Вот это сайда. Но только маленькая. Ну, сейчас, я надеюсь, и покрупнее будет у нас. Так что пусть хоть так. Рыба ловится, и слава богу. Небольшой загиб был на удочке. Мне так показалось, что-то посолиднее клюнуло. Я даже вот эти камеру взял в руки, чтобы посмотреть. Может, хоть что-то. Что-то у нас там. Но... Ну... Стандарт. Она просто была очень бойкой. Ну да, потому что спиннинг ты дергала хорошо. Да. Ну ладно, будем ловить пока. О! А? О, наконец-то. Рыба-то где, а? Я в шоке. Рыба есть. Найти надо. Найти просто надо, да. Сегодня. Это глубина 70 метров, а рыба ловится, нет-нет, а хорошая попадается. Ну что, сегодня это самое крупное пока. А не зацеп? Не палтус же. Че, все. Вот такая у нас бывает поклевка. Зацеп. Зацеп. Ну что, минус пилкер. Не факт. Не, сейчас, наверное, тройник должен оторваться. Там колечко стоит на 25-30 килограмм. Стоишь, тут неудобно. Я вижу. Да, изгиб. Ну что ж делать? Сейчас что-нибудь придумаем. Мучились мы, мучились с зацепом и оторвали. Что-то там прицепилось. А вот интересно, что же там прицепилось? Кусок тряпки или еще что-то. Может, золото кусочек, слиточек немецкого. Какие-нибудь там канат. Главное, чтоб не тело. Тогда эта рыбалка будет вообще суперская. Какого-нибудь немецкого подводника аса вытащить. О, ну я же говорю, так, поднимайся, Андрич. Слушай, леска. Поднимай, поднимай, может, пунда еще какая-нибудь там. А? Слушай, пунда, да? Или давай дальше, Саныч, там еще, смотри, там фунда, там еще на веревку можно. Сейчас я отсыплю. Ага. От своей. Так, давай. Смотри, там осторожней крючки. Ну-ка, дай посмотри, что это такое, звездочка? Да. Офигеть. Маленькая, глубинная какая. Ага, звезда. Классно. Так, смотри, там фунда, Саныч, да. Вон, крючки. Ага. Сколько же ей лет там, блядь? Сколько? А так она, смотри, она при... Что там? Там еще что? Подымай еще, может, пунда хорошая. Давай прям в лодку возьмем, на берег вывезем. Так, только осторожней. Давай сюда. Ага. Есть там, да, что-то? Нет, вроде сильного нету. Ну, что-то тянется и тянется. Да, леска миллиметровка. Если не больше. Чего только нету, да? Ну что, отлично. Улов есть, можно и к дому. Отлично. Главное, пунда спасена. Ну да. Сан Владимирович, а вы в курсе, что мы с вами под уголовкой ходим? Я уже вижу. Не поверите, ребят, вот два таких
крабика маленьких. Вы посмотрите, каких маленьких. Нынешнего года. Да, нынешнего года. А какая разница, Сан Ильич? Килограмм он, 15 килограмм, 30 грамм. За одного 13 тысяч, если не ошибаюсь, и за другого 13. А если штраф больше 10 тысяч, уголовная ответственность. Вот так, родные, чуть-чуть не подставили, а пограничники специально зацепились. Им какая разница? Нарушения есть, крабы в лодке есть, лицензии нет на вылов. Все, вот и все. Да, кайфово. Пусть растут. Пусть растут, да. А у вас-то что там? Подцепились что-то. Не могу поднять. Что-то у вас, да, что-то хорошее. Ладно, родные, бегите. Все, выкинули официально вас. Еще 45 метров. 45 осталось? Ну, посмотрим, что у вас сейчас будет. Но я думаю, что-то солидное должно быть. Может, забагрилось, может, действительно какая-то... Все-таки радость в жизни появилась. Ну, посмотрим. Главное дотянуть. Сколько там, 35 уже? 37. 37 еще. Покажись, родная, что там? Что-то белеет. Осторожнее, осторожнее. А, трясочка, смотри. Ну, сегодня это... Ну, зачет. Ну, слов нет. Ну, вот. Ну, что? Такие бы побольше. Да, десятка бы, хотя бы два бы еще. Чтоб зимой не голодать, а рыбку с холодильничка доставать. Хорошая рыбка. Хорошая. Сегодня это такая одна из самых зачетных. Ну, будем надеяться, Александр Ильич, дело пойдет у нас дальше. Ну, мы же стараемся и хотим этого. Рыба практически не ловится. Очень-очень редкие поклевки. Прям вообще редкие. Ну, да. Видите? Пикша. И рыбой-то назвать тяжело. Не, пикша очень ценная рыба по своим вкусовым качествам. По ценности. Она считается даже ценнее трески, потому что в ней йода больше. Но, я не знаю, я ее не люблю. Ну что, еще чуть-чуть половим тогда? Половим немножко. И к дому будем собираться, наверное, все-таки. Чего у вас там, Саныч? Да. Сковородочница, как просили. Да. Ну-ка, супер сковородочница. О, пограничники, пограничники бегут. О, клюнуло. Сейчас будут досмотр, судно делать. Но мы же крабов-то выкинули, Сан Ильич. Ну все, трясочка моя. Любимая. Да, маленькая. Ну все, можно доставать паспорта. Идут прям, да четко прям на нас. В море-то, Сан Ильич, никого кроме нас нету. Да никого нет, им же досматривать-то кого-то надо, протоколы составлять. Поэтому сейчас досмотрят, протокол составят. Без этого никуда. Все, это моя крайняя рыба, все. Да, хватит. А я буду шкериться. А вы ловите, что у вас там? Что-то идет. Сколько там? 5 метров. Ну, заодно сейчас посмотрим, что у вас за рыбка. Что-то дергается. Еще килограмма на 4. Ну, это зачет сегодня. Сегодняшнего да, дня это весьма. Весьма. Да. Ощутимый. Ну и хорошо, что сказать. Отлично. Досмотрели нас пограничники. Замечаний нет. На выход уведомление подано. Документы в порядке. Крабов нету, рыбы тоже нет, вообще ничего нет. Вот, так что, ну что, пару рыбин, Сан Ильич, лови тогда. Да, да, нет, нет, и пойдем домой. И домой потихоньку. Пока ветер стих, надо бежать быстренько домой. Сейчас как жахнет на килограмм 5, не? Я буду стараться. Хорошо. Ну что, дорогие чаечки мои? Лежал я 3 недели, даже больше, в больнице и думал, как же вы тут без меня-то, не кормленные. Нате, кушайте. Помните мою доброту.
Александр Владимирович, не получается закрыть? Никак. Пойдемте домой, уже усиление пошло, да. Ветра. Сматывайте, пойдемте домой. Включаем. А то очень тяжело будет выходить. Так, ветерок стал подниматься чуть-чуть. Уже белые барашки опять появились, надо к дому. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша первая и последняя осенняя рыбалка сезона 2021. Погода сегодня, дорогие друзья, нас, конечно, порадовала. Южный ветер, но ветер был достаточно сильный и была такая сильная волна. Но риб молодец, риб справился без вопросов. Двигатель вытягивал на раз с любой волны по рыбе. А по рыбе у нас сегодня, ребята, грустно. Первый раз в жизни я поймал вот столько. Первый раз в жизни. Никогда столько я не ловил. Никогда. Я всегда ловил, ну, хотя бы килограмм 50 уже шкерин. Это минимум. Ну, не было у меня такого. Не было никогда. Ни с Олегом Викторовичем. Никогда я так не ходил. Но когда-то все начинается впервые. Пробивали мы сегодня глубины от 260 до 60 метров. Рыбу мы нашли уже в самом конце на 60 метрах. Там хоть такая стала поклевывать. Ну, несколько трещинок было и вот таких покрупнее. Сезон закрыт. Собираемся к дому. Теперь, дорогие друзья, у нас блесны, налимы, а еще что-нибудь придумаем. На этом хочу с вами попрощаться. Всем счастливо, всем пока, дорогие друзья. До новых встреч.